Форум, в котором сегодня принимает участие делегация Иркутской области, проводится 23-й раз. Последние годы под патронатом президента России Владимира Путина. В программе около 120 мероприятий, разделенных на 4 тематических блока. Мировая, российская экономика, технологии, приближающие будущее и человек прежде всего. Губернаторы Иркутской области принимают участие в пленарных заседаниях и консультативной комиссии Госсовета Российской Федерации. Кроме этого, он подписал соглашение с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым о социально-экономическом и культурном сотрудничестве. Потенциал огромный. Потенциал Иркутской области, промышленный потенциал колоссальный. Очень много технологий, методик и так далее. То есть, как бы мы все равно, как субъект Российской Федерации, самый молодой. То есть, в данном случае всегда нуждаемся в применении лучших практик. И спасибо коллегам, они с нами делятся. Вот, на самом деле, рады видеть гостей. Много туристов очень едет. Культурный обмен на широкую ногу поставлен. Уверен, что и товарные группы у нас сейчас включатся в этот процесс. Поэтому динамика есть. Мы договорились, каждый форум будем подводить итоги. Также в рамках 23-го Петербургского экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области и компанией «Газпром» СПГ «Технологии» в планах реализации инвестиционных проектов по строительству комплексов по сжижению природного газа и объектов инфраструктуры на территории Иркутской области. У нас достаточно много разного рода природных ресурсов топливных, но газ является для нас приоритетным. И я считаю, что это сегодняшнее соглашение позволит нам в ближайшее время при помощи сжиженного природного газа очень многие экологические вопросы решить для области. Поэтому для нас это очень важно. Еще одно соглашение заключили Иркутская область и Республика Хакасия. Стороны будут сотрудничать в развитии промышленности, транспорта, строительной, архитектурной и жилищно-коммунальной сферах. Завершится форум завтра. Правительство Иркутской области планирует заключить еще ряд соглашений. Ирина Томчик, новости сейчас.